Всем привет! С вами Ильфаночка, и в этом видео мы поиграем в игру под названием «Цвет и искать». То есть мы будем прятаться по цветам. Вот, допустим, синий. Ну, у нас сейчас еще не начался раунд. Вот здесь вот зеленый. Давайте вот я сюда забегу. И мы можем вот так вот скрываться, и искатель, который будет нас искать, он не будет нас благодаря этому видеть. Давайте подождем, когда закончится раунд, и начнем игру. Ребята, закончился раунд, и мы смотрим то, что скрыватели победили, это те, которые прятались. И игра начнется через 13, 12, 11. Голосуем за карту. Наверное, вот это сердце, потому что, наверное, она прикольная, да? Давайте за нее. Все, супер, ее выбрали. Ура! Тут еще игроки другие зашли. Кто будет искателем? Кто будет искать ребят? Кто же? Так, надеюсь, не я, потому что, мне кажется... А, какой-то мальчик, супер, красный, идем прятаться, я вот так расширю. Прятаться, прятаться срочно, срочно, давайте вот сюда. Все. Он не будет нас видеть, когда мы стоим на красном, допустим. Он не будет нас видеть, а если мы... Не будем стоять на цвете, который там высвечивается. Он будет нас видеть и может догнать. Осторожно, видите, он там. Очень страшно. Не трогай меня, я хорошая. Пожалуйста. Желтый. Пишем. Фух. Напряженно. Давайте тихонечко будем прятаться. Вот он там прыгает. Пожалуйста, уходи. О нет, бежим! Черный, фух. Он даже на цвете, на черном, допустим, не может нас достать. Это только если мы за цветом находимся. Что это за свисток? Давайте не будем пока что его покупать. Бежим! Зеленый, вот он. Он уже за мной побежал. Пожалуйста, уйди. Спасибо. Осторожно. Он близко. Он близко, ребята! Бежим, пожалуйста, не надо. Тихо, тихо, тихо. Уходи, уходи, пожалуйста. Не трогай меня. Не трогай, я боюсь. Почему меня караулит? Я что, плохо прячусь? Зеленый, вот он. Так, где он? Я его не вижу. Фух, ну вроде бы он далеко еще от меня. Нет, он близко, смотрите, он здесь пробежал. О, нет. Давайте белый. Мальчик меня испугал. У него скин такой же, как у этого человечка. Уходи, не пугай меня, мне страшно. Мы должны выиграть хотя бы первый раунд, потому что будет обидно. О, нет, он близко, ребята. Мы успели. О, нет, он нас заметил. Давай, мальчик. Молодец. Фух. Одна. Все. Он теперь нас будет видеть. Синий. Ё-моё, где он? Вот он. Фух. Тихонечко стоим. Вон он там бегает. Бежим. Фух. Почему-то он приближается, он там. Он там. Тихонечко, давайте, осторожно. О нет, он сейчас нас может заметить. Не надо, я хорошая. Все, 27 секунд осталось до конца. Мы должны победить, потому что будет обидно тогда. 3, 2, 1. Все, бежим, 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 бежим. Сюда. Фух. Получилось. Сюда на крайний случай прыгнем, чтобы он, ну, не думал, мало ли он заметил и уже будет нас караулить, а мне это не нужно. 5, 4. 3 секунды. Тихо, 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 тихо. Фух. Мы победили! Ура! Он еще других, а мы только... Ага. Он много игроков еще не нашел.
Фух, мне дали 240 монеток вроде бы. И теперь мы можем что-то покупать. А питомцы? Нет, давайте питомцев не будем покупать. Игра начинается через 1 секунду. Так, какую же карту мне выбрать? Давайте классический. Классический удобнее будет. Все, ребята, выбирайте. И искателем будет. Кто же будет? Представляете, я буду. Кем я буду? Еще какой-то мальчик. Тоже мальчик будет. Все, я спряталась. Мне кажется, надо будет на ту сторону бежать. Там удобнее, наверное. 3, 2, 1. Где он? Я не вижу его! Ребятки, давайте вот сюда. Все, тихонечко давайте. Стоять здесь и ждать, когда он там других будет искать. Смотрите, о нет, девочка. Бежим! Пожалуйста. Ладно. Фух. Он нас не увидел. Он за другими игроками гоняется. Будем очень аккуратными. Убегаем, убегаем, убегаем. Желтый. Он на желтом не может нас достать. То есть, ты не можешь меня достать. Ты не можешь. Ты не можешь. Уходи. Уходи. Уходи отсюда. Не повезло человечку, который был близко к нему. Так, все, осторожно. У нас получается только 2 минуты до конца раунда. О, нет. Убегаем. Куда? Он покинул игру. А зачем? Он что, расстроился то, что не смог найти никого? Ну, он, конечно, кого-то нашел, но он расстроился, наверное. Ладно, мне дали 100 монеток. У меня теперь 2000 монеток. А что мы на них можем покупать? Допустим, яйца, может быть, вот эти. Нет. Питомца. Нет. А что мы тогда с ними можем делать? Классический. Может, ладно, классический снова будет. Видимо, всем игрокам здесь нравится режим классический. Карта классическая. Выбор искателя. Давайте меня, давайте меня. У меня шанс на искателя 17%. О, я искатель, ребята! Обалдеть! Ура! Я искатель! Теперь будем всех искать. Ребятки, вы зачем? Почему вы не прячетесь? Пожалуйста. Привет, девочка, извини, пожалуйста. Ну, надеюсь, ты не расстроилась. Привет. Ребята, пожалуйста, не расстраивайтесь и не обижайтесь. Просто мне такая роль выпала. Я надеюсь, вы не будете злиться на меня из-за этого. Я никого не вижу пока что. А вон вижу мальчика. Он сейчас спрятался, к сожалению. Давайте еще кого-нибудь поищем. Я вижу девочку. Я вижу девочку. Она успела спрятаться. Ой, ну вот, я не успеваю. Ребята, пожалуйста, пожалейте. Девочка, привет, мальчик, девочка, здравствуйте. Ну куда же вы? Я же хотела с вами дружить. Привет, девочка. Ладно. Привет, мальчик, давай дружить. Супер, мы с ним подружились. А-а-а, где они? Я вижу мальчика. А ты все, а ты не убежал, а ты не убежал. Девочка. Или это мальчик, наверное? Нет, это девочка была. Ладно, где она? Я постою здесь. Опа, опа, опа. Ах, ладно, мы тогда будем жульничать, если будем близко к игрокам стоять. Сколько? Это последняя девочка, ребята. Мы близко уже к победе находимся. Я не вижу ее. Я не знаю. Привет! Пока. Видимо, она не хочет со мной дружить. Ну, ладно. Девочка, давай дружить. Я хорошая. Ладно, а то будут считать, что я жульничаю. Девочка, привет! Мы победили! Мы победили, ребята! Мы всех нашли! Ура! Ура! Мы смогли победить! Ура! Мне 570 монеток дали!
Я там танцую, такая большая, прям танцую. Обалдеть, я очень рада, то, что я смогла выиграть за искателя. Я очень рада. Привет, мальчик. Ты не расстроился, что я тебя нашла? Ну, извини, пожалуйста. Нет, 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 ребят, давайте за пирамиду, потому что уже надоело классический, надо что-нибудь новенькое. Но я реально рада, то, что мы смогли победить за искателя. Кто в этот раз будет искателем? Кто будет нас искать? Какой-то мальчик. Я не успела прочитать его никнейм, к сожалению. Ну ладно. Так, наверху лучше не держаться. Побежали вниз. Через 5 секунд он разморозится и побежит нас искать. О, нет. Белый. Он близко ко мне был. Белый цвет. Наверное, черный будет. Ну, хотелось бы черный. Он наверху там тусит. Ребята, он наверху там тусит, реально. О, господи, черный. Он меня сейчас найдет. О, нет. О, нет. Он не нашел меня. Он просто не видел. Бежим! Куда? Куда? Желтый. Все, я на нем. Уф, ребята, получается. А что это за портал? Ну, он вроде бы за робоксы. Жалко. Привет, девочка, беги, пожалуйста. Девочка. Где он? А, мы на красном стоим, все нормально. О, он близко к нам, ребята. Прыгай. О, нет, он там. Он наверх забрался. Потому что все наверху. Красный, давайте. О, нет, все, убегаем, 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 убегаем. Тихо, 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 тихо. Обалдеть, как он быстро всех находит. 3, 2, 1. Игроки, убегайте! Нет! Фух. Сколько еще осталось? 2 человека осталось. 2. Нам надо сваливать отсюда. Мы не продержимся. Мы так долго не продержимся. Мальчик, уйди. Ай-яй. Уходи. Тебя тут никто не звал. Замечательно. О, нет, нет, нет. О, нет, о, нет, о, нет. Красный. Ну, пожалуйста, не иди сюда. Ну, не надо. Опа. Ага. Фух. Давайте туда. Бежим, сразу убегаем. Пожалуйста, синий, умоляю, синий. Ура. Нам везет. Я там вижу девочку. Она прямо наверху прячется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы должны продержаться. Давай. Бежим. А где он? Я его не вижу. Он далеко от меня вроде бы. Он приближается ко мне. О, нет. Бежим. О, нет, нет, нет. Пожалуйста, мальчик. Ну, нечестно вот стоять там, где я стою. Мальчик. Да, напряженно. О, нет. Бежим, ребята, пожалуйста. Пожалуйста. Тихо. Так, я не одна. Там девочка. Там девочка должна еще остаться, да. Он близко к нам. Нам надо как-то свалить отсюда. Все, бежим. Черный. Все, закончился раунд. Мы смогли выиграть. Скрыватели победили. Это очень хорошо. 240 монет нам дали. Замечательно. И мы с девочкой танцуем, смотрите. Ня-ня-ня, ня-ня-ня, мы с девочкой танцуем. Побежали к ребятам. Привет! А что это за штучка? Не знаю. Давайте за осьминог. Ну почему все за классический? А, все, осьминог будет. А то всем, видимо, классический очень сильно нравится режим. Ой, карта.
кто будет искателем. Вот интересно будет, если еще раз я буду искателем. Даже не знаю. Ага. Ага. Белый. Бежим прятаться. Через 5 секунд его выпустят. Давайте вот сюда заберемся. Его выпустили, ребята? Угу. Он близко к нам. На зеленый бежим. Где он? Я его не вижу. Готово. Тихо, 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 тихо. Тихонечко бежим сюда. Он близко к нам. Он там караулить пошел. Ай-яй-яй, караулить нехорошо. Ну, убегаем. Он там остался, что ли? Да, наверное. Ой, близко. Он близко. Он близко к нам. Он кого-то нашел. Нет, мальчик, уходи, мальчик, уходи. О, нет, нет, желтый. Мы успели. Фух. Я волновалась, я думала, мы не успеем добежать просто. Еще надо продержаться до конца, просто обидно будет проиграть. Я вижу белый. Я вижу того мальчика. Он пока никого не нашел. Нет, он нашел. Он 4 человек нашел, но сейчас никого еще. Все. Все. Он побежал. Он нашел. Он людей находит быстро. Ну, мальчик, ну нехорошо вот стоять близко. Ну нехорошо. Не порть игру. Не порть другим впечатление от игры, пожалуйста. Ну, он бежит сюда, а мы бежим сюда. Я его не вижу. О, нет, он там. Давайте на верхушку сразу забегаем. Черный. Я вижу черный. Он нас не заметил, вроде бы. Нет, не заметил, он нас не заметил. Так. Он бежит, кажется, сюда. Не надо! Бежим, надо заранее уже убегать. Все. Девочка, иди сюда. Молодец, она добежала до нас. Мы тут тихонечко сидим, стараемся выиграть. 19 секунд, и мы выиграем! О, нет, 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 он нашел ту девочку, он прям близко к нам был. Он близко ко мне сейчас, пожалуйста, уйди. Умоляю тебя, уходи. 7, 6, 5, 4. Бежим! Ну за что? Ну несколько секунд оставалось. Ну ладно. А на этом, думаю, надо заканчивать наш ролик. Мы очень сильно... Не получилось у нас выигрыш в последнем раунде за несколько секунд. Так что, а на этом у меня все. Всем пока и до скорых встреч.